Добрый день. Мы, туристы из Москвы, нашли гида Константина в интернете на его официальном сайте. Выбрали экскурсию на Тейде. Нам очень понравилось. Мы поднялись на фуникулёре, прогулялись там. Нас подождали. Кроме всего прочего, мы проехались по национальному парку Тейде. Останавливались на любых понравившихся нам площадках. Очень комфортный попутчик, гид, рассказчик. Нам все понравилось. Спасибо. До свидания.